Всем привет! Сегодня у нас 2 августа 2019 года. Хочу показать вашему вниманию вот такой вот новый сорт моей коллекции Барбан Гигант. Прививка была сделана в крону сливы 2 года назад. В этом году получил первые сигнальные плоды. Я чуть-чуть за него забыл. Нагрузка была очень сильная. Посыпалась она, сильно переспела. Вот такие вот громадные плоды этого сорта. Ну, это первые сигналки. Плюс нагрузка была сильная. Получается, плоды должны быть еще крупнее. То есть будем наблюдать в следующем году именно по размеру этих плодов. Ну, вот сейчас сорву, покажу, какие они в руке. Вот какие в руке они, громадные, здоровые. Сейчас сорву, продегустирую. Я их еще не пробовал на вкус. Интересно, как она себя покажет по вкусу. Товарность, конечно, на высоте таких слив. Очень крупная. Такие гиганты. Хотя у него вес может быть при хорошей, правильной нормировке до 250 грамм. У меня в этом году, конечно, такого размера нет. Но ничего, будем работать над этим. Вот тоже прививка в крону. Будем работать, смотреть. Знаете, какие здоровые-здоровые плодяки. Прям в руке как яблочко. Я его, конечно, перегрузил. Вот такая вот сливка. Там, где его вот много, конечно, поменьше размер. Но тем не менее, 4 штуки в руку не влазит. Сейчас посмотрим на вес какой, на вкус. Разрежу ее. Так, давайте посмотрим, какой размер у сигналок этого сорта. Сорт поистине крупноплодный. Ну сейчас, интересно. 160 грамм. Ну это же, говорю, сигналки. Плоды этого сорта могут быть до 250 грамм при правильном уходе, при хорошей нормировке. Так, вложим отрядышком. Сейчас посмотрим. Тут тоже 159-160 грамм получается около. Такие вот козырный вес. 149 грамм. 158. 153. Да, слива, конечно, громадная. 142. Если бы она еще по вкусу была классно, вообще была бы классно. Сейчас посмотрим по вкусу. 130. Это товарный промышленный сорт. 127. Он такой вот, он упругий. Я думаю, что должен хорошо переносить длинные транспортировки. Средний вес 130 пока. Самые большие 160. 136. 110 даже есть. Меньше. Так, сейчас разрежем, посмотрим. Так, сейчас будем резать его. Смотреть, что оно такое внутри. О, красиво. Сок течет. Красный такой. Косточка, я думаю, наверное, не отделяется у этого сорта, скорее всего. О, какая мякоть красивая. Вообще шикарная. Видно, что это плоды полностью вызревшие. Я же говорю, я забыл за него. Я был на отдыхе, приехал, осыпалось много. Потому что очень-очень спелый, переспел он. Ну, плоды, конечно, вот это полностью выспевший плод. Так. Вот это давайте еще разрежем. Посмотрим. Косточка не хочет отделяться. Вот такая мякоть.
сейчас. Полностью, вот он истечет. Полностью спелый плод. Посмотрим, сока много. Сока просто капец. Это полностью выспевшие плоды. Такая вот у него мякоть красная-красная. Так, давайте продегустируем вот этот. Уже конкретно он, видно, переливается, мякоть какая. Что же на вкус он покажет? Сливка это. Вкус сладкий. Шкурка с легенькой кислинкой. Очень сочный. Видно, он переливается все с соком. С ароматом идет. С таким алычо-сливовым. Алыча вместе с сливой. Вот такой какой-то вкус у него. Довольно неплохой вкус для такого размера. Я думал, честно говоря, будет похуже. Потому что в описаниях пишут посредственный. Я не скажу, что прям вау. По вкусовым. Ну, хорошая. Но если сравнить, например, с Ацарк Премьером по вкусу, то Ацарк Премьер, конечно, вкуснее намного. Но это тоже достойный такой вкус у него. Сейчас я разрежу еще более... Вот это более плотный, еще не выспевший плод. Посмотрим, какая мякоть. Попробуем, какой вкус. Потому что вот это вот полностью спелый был. Полностью, полностью. А этот такой прям упругой. Этот как раз вот такие плоды на базар вести хорошо. Вот так вот. Ну, видно, вот, что он упругий. Я нажимаю, он не будет давиться. Такое. У этого плода чуть-чуть больше кислинки, потому что он не доспел еще. Ну, слива она доходит. Ее можно положить, пока перевезется она. На как раз они доходят, эти фрукты. При небольшой лёжке добирает вкус. Ну, такая вот в целом слива. Вот размер показываю. Видно. Сейчас в руке покажу. Диаметр. Вот так вот на руку ложишь. Вот такая вот шикарная. Такой шикарный сорт. Четыре штуки в руку, можно сказать, не влазят. О, вот такой. У кого растет этот сорт, пишите в комментариях, как он себя показывает. Я не буду пока говорить ничего за его зимостойкость, потому что первые сигналки. Болеет он, не болеет, тоже ничего не скажу пока. Нужно наблюдать минимум 5 лет за этим сортом. Мне лично, чтобы что-то сказать, как он себя показывает из года в год. А кто выращивает его большее время, больше, чем я, там лет 5, можете отписаться, рассказать людям. Думаю, будет интересно послушать всем, услышать, как он себя показывает. Вот такой вот крупноплодный плод. Такой вот красавчик. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем снимать другие сорта, показывать, рассказывать. Я думаю, будет интересно. Всем спасибо, всем пока.